сегодня мы изучаем 809 указ, и там написано о духовно-нравственных. Ну, половина духовной, половина нравственной, да, таких основах. Значит, я буду сейчас говорить следующее. Раз есть такой указ сохранения основ, а нельзя ли его использовать для наших целей? В каком отношении? Сравнивать то, что делается в судах, в прокуратуре, в связи с защитой наших законных прав. Вот с этим указом, насколько он соответствует. Потому что любое несоответствие мы будем истолковывать как нарушение основ. Итак, согласно пункта 13 основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовных нравственных ценностей, утвержденных указом президента от 9 ноября 2022 года, номер 809, деятельность некоторых лиц на территории России может представлять угрозу ненадлежащим исполнением публично-правовых обязанностей, возложенных на организацию Конституцией и законодательством. Значит, на организацию возложены обязанности, а лицо сучье, оно что-то такое делает, деятельность, оно проявляет деятельность на территории, которая представляет угрозу возложенных на и организацию. Значит, кто-то выступает от имени организации и ведет деятельность на территории, ну, уже знаете, на какой территории, которая может представлять угрозу. Угрозу чему? Угрозу, возложенную на организацию, ненадлежащим исполнением публично-правовых обязанностей, которые должна исполнять организация. Итак,